Всем привет, вы на канале Spinner Go, с вами я, Огненный Серк. И сегодня у нас будут экстренный выпуск. У нас сегодня экстренные новости канала, вот. Поскольку, кто не знает, наверное, то, что на нас опять нападают, это уже не шутки. Это честно, ребят, вот честно, прям. Я программу проверил одну. Ну вот сначала давайте поговорим о Клее и Сереге. Они вроде помирились, дизлайки он отставил. И сказал то, что больше так не будет, больше не будет ставить. Вот. И, короче, сегодня это... Буду рассказывать о... Вот... Трагедии. Точнее, какой трагедии? Буду рассказывать о новостях канала. Вот. Как вы знаете, наверное, на нас уже нападают. Вы ни за что не поверите, кто это. Вы его не знаете, наверное, но это Lionel25. Короче, он будет звать своих друзей, создавать аккаунты, и своих друзей тоже. И они будут ставить это нам, ну, нашему каналу Spinner Go и Super Battle Clay. Короче, все, какие у него подписчики есть, кто за меня и кто за него, он будет всем ставить это, и его друзья будут ставить дизлайки. Это я говорю честно, ребят. Клей, поверь, пожалуйста, это честно, искренне говорю тебе. Ну и вот, все, короче. Ну, что касается Клея и Сереги, я говорил, уже помирились. И надеюсь, они снова будут работать в команде, как и я тоже. Шон, там кто там еще, Лол, Фанат. Если он за нас, конечно. Вот. Кто еще? Брейк Чаннел. Ну и кто-то еще там, в общем. Ну что ж, это были экстренные новости канала. Всем удачи и всем пока. Сегодня ждите, знакомьтесь, Серк. Первая серия. Пока.